Добрый вечер, меня зовут Константин Шубин, я представляю профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив Кубань». И сегодня нам посчастливилось поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Константин, нам очень приятно тоже, что вы сегодня были с нами, и надеемся, что мероприятие было для вас полезным и интересным. Несколько слов о том, что вам понравилось, что запомнилось, может быть, что было полезно. Ваше мнение. Бесспорно, мероприятие понравилось, поэтому от себя лично, от лица профессионального баскетбольного клуба «Локомотив» хотел бы выразить вам благодарность за организацию этого мероприятия. Для нас, для специалистов, важно в первую очередь общение, то есть общение и на платформе, связанное с докладами, и общение в кулуарах между собой. Очень хорошо, что вы привлекаете иностранных специалистов, потому что в России как-то мы можем коммуникацию это организовать, а когда приезжают иностранные специалисты сюда к нам, так как, ну, не секрет, что врачи клубов ограничены во времени особенно, то есть у нас идет сезон, вчера «Локомотив» сыграл игру с «Зенитом», сегодня есть возможность приехать и поучаствовать в мероприятии. За границу было бы выехать проблематичнее. Поэтому вот как раз доклады докладчиков иностранных, ну, я думаю, что особо ценны. Ну и наши коллеги тоже очень много дали почвы для размышлений, очень много интересных, пусть мелочей, но интересных. Ну и, как я сказал, общение с коллегами, которых очень-очень редко видишь, как правило, в условиях игры, пару слов, а здесь мы целый день были предоставлены друг другу. Константин, на ваш взгляд, достаточно ли информации в клубах, хотя, несмотря на то, что клуб «Локомотив» топового уровня, да, и выступает в Лиге ВТБ, достаточно ли врачам, медицинскому штабу информации, доступа к заграничным специалистам? Ну, конечно, мы как сотрудники «Локомотива» стараемся идти в ногу с клубом, поэтому стараемся участвовать и в семинарах международных, и привлекать международных специалистов. Клуб в этом нам активно помогает. Сюда вот сегодня прислали нас, прикомандировали. Поэтому, но, как я отметил уже сегодня, то есть я считаю, что это мероприятие очень важное. В плане, во-первых, того, что мы можем контактировать между собой, и в плане того, что вы помогаете нам сконтактировать с клиниками зарубежными по поводу консультации игроков, по поводу организации каких-то оперативного лечения, реабилитации и так далее. То есть, и я считаю, что чем больше профессиональный клуб имеет возможностей к коммуникации с коллегами, коллегами с именами мирового уровня, коллегами, которые работают с выдающимися спортсменами, тем это лучше, в первую очередь, для клуба. Поэтому я считаю, что вы делаете большое и хорошее дело, и думаю, что надо обязательно его продолжать и привлекать, ну, не только, может быть, топ-клубы, а и другие клубы нашей страны. Спасибо. Будем надеяться, что в следующий раз будет больше врачей из клубов премьер-лиги баскетбольной, в частности, и не только. Спасибо вам большое. И вам спасибо.